Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Игра под названием Poly Stories. В общем, ну как-то понятно. В общем, это интересная игруля, где нужно будет вести себя крайне аккуратно. Мишка у нас... даже притих немножко. Да, я специально. В общем, у нас нужно будет проводить спецоперации различного. Давай вышибай ее нафиг. Сейчас, погодите. Нужно в данном случае обезвредить всех противников, то есть каких-то грабителей, преступников. Слушай, а ты можешь за одного только играть? Нет, у меня есть напарник, которым я могу управлять, есть главный персонаж, с первого убийства вы сразу умираете, у меня есть куча всяких примочек, например, чувак сейчас подключит компьютер и посмотрит, есть ли здесь кто-нибудь. Да мы и так видим. Нет, что тут никого нет. Нет, фишка в том, что вот, видишь, как попался, видишь, вот это зрение горит? Так. Это все, что я вижу. А, ну ясно. То есть, если в мое поле зрения не попадает кто-то, это не значит, что его нету, понимаешь? Так что нужно вести себя крайне аккуратно. Вон! Тихо! Вот слушай, падла. Это наша кровь! Все. А ты говорил с одного... Ну, видимо, он был вдалеке и не с первого раза завалил. Ясно. Ладно. Пошли. Еще у нас есть такая фишка, например, он открывает дверь и бросает флешку. Давай, бросай! Сейчас шарахнет. Так, пошел. Никого нету. Также я могу флешку бросить. Некоторые двери легко открываются. Так. Некоторые... Сейчас брошу флешку, все. Сейчас пойдем. Я вот только сейчас до меня Пошло. Никого нет. Мужик, иди сюда ко мне. Спокойно. Все, пока спокойно. Не видно. Вот дверь. Вот здесь, наверное, кто-то будет. Сейчас, можно еще, есть такая штука, как динамитик, можно сказать, чтобы взорвать дверь, бомбанула она, и всех чуваков, которые там стоят, они, в общем... Так, отойди сюда. Погасит, короче. Все. Эй! Готов. А, их оглушило. Все, да, оглушило. Я его, в общем, чувака... Это нормальный пес был, ну, которого я сейчас скрутил. Я спас, можно его сказать, гражданского. Его надо спасти как заложника, короче. Да, так и есть, правильно, заложник. Слушай, а тут, слово. Видать, опа! Каждый раз, хорош. Как сказать, они... Всегда по-разному, всегда по-разному. Это, ребят, альфа-версии. Почему я ее показываю? Потому что игрушка скоро выйдет, но я не мог не поделиться. Так что готовьте свои, так скажем, полицейские навыки. И я думаю, эта игрушка достойна вашего внимания. Ладно, тем временем, посмотрим, кто здесь есть. Так. Давай, чекни. Мне кажется, есть. А, возможно. Как говорится, делаем ставки. Я никого... Слушай, вот... а может, вон там? В данном углу никого нет. Так, отойди. Отходи. Ну, сейчас проверим. Может быть, вон там есть. Да. Так. Бросай пушку. Он не хочет. Бросай булку. Он не бросил, Я не знаю, он ничего не захотел сделать. Ну и ладно, надумал, порешали, короче. Да, его. Устранил эту чувака. Ладно, пойдем сюда теперь. Слушай, интересная схема с тем, что пойдем вот побыстрее. Действительно мы видим примерно. Внезапно. Расслабились, называется. Ладно, пойдем. Только сразу хотел пойдем. Сказать, что мы видим чисто, всё. Ну, так сказать, карту, но не видим вот именно. Вот как поле противника. Зрения, то есть реалистично. Слушай, вообще так, пошел, тему, пошел, конечно. Пошел. Да я тебе говорю, это некоторые назвали Hotline Miami от лица какого ментов. Полицейский. Ну, возможно. Во, один здесь понятно. Есть. Понятно. Так, так, один пес. Короче, отходили. Присмотрели. Слушай, открываем только, с флешкой. Блин, а что не могли это, как сказать, оставить его подсвеченным? Бросай флешку. Пошел. Готов. Кто-то еще пока, здесь есть? Пока нет. Вступай здесь. Я пока... Так, потихонечку лишь проходим. Лишь бы вон оттуда не вылез никто. Так, здесь нужно посмотреть есть. С помощью компьютера. Сейчас посмотрим. Так, это видишь? Заложник. А, это заложник? Ага. Угу. Вот здесь очень аккуратно нужно себя вести. Так. Еще неизвестно, есть ли там кто-то. Зря я не посмотрел. Так, сейчас поставят эту бомбу. Отходи. Отходим. Хорош, пошел. Только все. Вот этого, только все, вот все, этого. Все. Давай, мужик, ты скрути, короче, что он может сам, по-моему, да, все. Давай. Нормально, короче. Он сейчас сам свяжет. Дают за это да, очки. За это все очки дают. Блин, слушай, я слишком расслабился, как вот выпишемся. Вот здесь, блин, вот здесь вот был, с той стороны чувак. Ну, в тот раз, да. Так. Блин. Опа. Все, здесь никого нету. Слушай, спокойненько. А прям это напряженно. Давай флешу. Я не знаю, у нас ограниченное количество или нет. А как в эту комнату пройти? Ай, тихо, ты не толкайся. Вон... Флешка. А. Так, пошла. Слушай. Никого, спокойно. Зря. Ну, конечно. Ну, здесь вот как мы всегда. С помощью вот здесь компьютера. Есть, вот здесь 100% есть. Сейчас мы... Так, противник, раз. Все, вроде только один, да? Угу, мне кажется, может, все-таки по обстановке можно судить. Открывай дверь. Предметам. Ай, падла! Да блин, мы же вроде попали. Тут еще разброс, что ли? Тут видишь, когда я начинаю ходить, оно сильнее аккуратно, разброс. Аккуратно, Мишка, короче, я буду действовать как злой просто мент. Вот давай, как профессионал. Давай. Так, всех открыл. Вали нафиг. Все, пошел. Пока дешево. Спокойно, все, пока я прям спокойно, буду действовать как настоящий нет. полицейский.
Так, вот здесь я лучше этой штукой воспользуюсь. Без промедления, короче. Давай, 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 ступай, ступай быстрее. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Наши зажимаем, чтобы он быстрее действовал. Быстрее. Так, ставь, 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 отходи, отходи сюда, отходи, отходи. Ща. Ну, там пошел, 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 пошел. Все, готов. Фу, все в порядке. Мужика связал, беру у него как оружие. Как будто наркота там. На сват, ребят, игрушка еще похожа, кто играл. Может, знаете примерно. Вот как. Здесь. Ага. Блин, ну... Он, видите, подходит. Он не будет стоять на месте. Все. Можно с той стороны был, по-моему, обойти. А, не сверху. Знаю, не знаю. Так, пойдем. Блин! Слушайте, из меня полицейский никакой. Вот нормально, это. Нормально. Открывай. Ну, открываем. Пошел, 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 короче, открываем. Все, так, спокойно. Вот здесь... Тут, видать, просто несколько Все, вариаций готов. Есть, где они могут стоять. Слушайте, а почему мне как-то неправильно вычли мне очки за то, что я его убил, хотя казалось бы. Так, здесь мужик один, все. А как ты понял? Что он мог бы в углу там где-нибудь тусоваться. Этого нечисто фортануло, если честно, так же скажем. Ох, Мишка, вот здесь аккуратно. Походу, чисто. Посмотрел, чисто, как у труба чисто. Давай, иди сюда. Иди сюда, быстрее. Помогай, 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 давай работаем, работаем. Слушай, какой медленный. Мы одну миссию здесь будем. Так, один. Здесь только один. Один, все, хорошо. В принципе, я успею открыть и завалить, все. Можем в туалет пройти. Нам надо, нет? Сейчас, вот здесь. Так, сразу же вальнули. Есть ли кто-нибудь еще здесь? Нет, чисто. Все, отлично, пойдем дальше. А вот здесь... Нам надо здесь все спустя. Помещение зачистить. Да, все нужно. Так, здесь закрыто. Я думаю, не просто. Иди сюда с своей штукой. Иди, ставь давай. Быстрее. Сейчас он поставит эту ерунду. Отходи. Отходи. Быстрее, быстрее, быстрее. Шарах-бабах. Нет, так, здесь у нас кокаин какой-то валяется. А, тоже ты забрал? Да, я его себе домой. Так, пошли дальше. Здесь неизвестно что. Будь добр, проверь. Так, а у него это ограниченное? Пока не замечаю, что это ограничено. Так, я вижу заложника и больше никого. Отлично. Освобождаем. Тогда открываем. Так, все, пошел, давай. Мужик, это свои. Все, иди. А я пока здесь проверю. Ну вот здесь 100 просто. Ай! Он сдох? Нет, перезарядка. У меня перезарядка. Он сейчас подошел. Слушай, а прикольно вообще-то, что он еще подошел к нам. Так, мне кажется, здесь пусто. Чисто. Чисто. Может быть, в сортире есть. Может быть. Так, прочекай, иди сюда. Чекни. Напарник, ё-моё. Шевели булками. Давай, проверяй. У нас останется только... Так, у нас здесь есть один. Да. Хорошо. Отходи. Отходим, отходим, отходим. Отходи. Давай, давай, давай. Все. Блин, слушай, погоди. Кто-то идет! Да. Шум! Шум, шум, шум пошел! Он там был! Ай-яй-яй! Закрой дверь! Закрой дверь! Слушай, и что делать? Будем на кухне ждать. Скорее он идет, кто-то идет. Был! Я слышал шум. Там прям. Все отлично. Так. Я боюсь дальше идти. Иди ко мне. Слушай, а там была какая-то свалка сзади. Ее надо было прочекать. Блин, погоди, мне кажется, здесь еще что-то есть. На кухне? О-о-о-о. Иди сюда. Может быть, напарника пустить под мясо? Ну ладно, не буду. Я как нормальный человек буду поступать. Давай, чекай здесь. Давай иди быстрее. Сюда. Есть ли здесь кто? Возможно. Так, заложник буквально. Возможно, вон там. В углу есть. Так что, Мишка, аккуратно. Флешку тогда. Давай, 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 давай. А ты думаешь, подействует на всех? Все, пошел, пошел, конечно. Так, все. Нет, все спокойно. Ну давай, все, миссия пройдена. Ну слушай, отлично. Нормально, нормально. Фу, это было жестко. Молодцы, показывают, короче, у нас пенальти за то, что, типа, чувак не хотел оружие использовать, а мы его вальнули. А-а-а. Можно было на Е крикнуть, и он, типа, такой бросил бы пушку, и вы бы его связали. Понятно. Ну а мы, видите, на данный момент доступны в Альфе только две миссии. Давайте посмотрим следующую. Дальше, что у вас есть? Вот мы два чувачочка. Это наш напарник, показывает, какие у него предметы есть. Сейчас так, мы ничего одеть не можем. Видите, это все потом можно будет доступно. Флешки, там вот эту всю ерунду. Понятно. Пока что показано, ну, все в таком минимальном свете. Слушай, вот здесь аккуратно, большая такая здесь комната, просторная. Так, вот здесь. Ну, явно здесь есть. Че, пойдем тараном? Пошли. Думаешь? Да, таран, 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 пошел, 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 пошел. Ай, блин! А, ну слушай, нет, ну, он, блядь, хотел стрелять. Ой, а, заложник, фу, слушай, а четко ты а я того? Кричу, кричу, кричу. Мы здесь, кстати, нам... Эй! Убили, убили нашего напарника! Блин! Черт! Убили напарника. Ну, нам придется тогда, Мишка, в одиночку идти. Ладно, буду действовать один. У нас теперь нету ни примычек, ничего. Это... Ложись. Все, это заложено. Все спокойно. Так, пойдем дальше. Ух, напряженное дело. Вот так, здесь... здесь никого не вижу. Пусто. Так, сейчас. Вот здесь, наверное, есть. Флешку хотел бросить, но передумал. Так, никого в туалетах нету. Все, чисто. Все, выходим. Так, перезаряжусь. Выходим.
Как прям лишь вас схватить? Три обойма только. Не выбежали. Так, вот здесь, ну, наверное, открываю будет. И бросаю. Блин, Мишка, лучше бы ты стрелял. Да я почему-то... Тихо, нафиг. Спокойно. Спокойно, мужик. Так, так. Открою. Здесь, по-моему, никого нету постоянно. Так. Вот тут был. Все, тогда был, сейчас слушай. Нету. Он, сюда видать, это слушай, переместился. Нашего как? Мужика нужно постоянно. А это. Где он? У меня следы крови. Прикинь, под ногами. О, прикол. Так, иди я посмотри забираю. Здесь, пожалуйста. То есть быстрее. Нас есть, что могут выследить, поэтому... Так, один есть, вижу. Красненький. Ну, скорее всего, вот как он и был. Конечно, давай флешку попробуем. Да нет, ладно, ты стой. Так его завалишь. Погоди, но я хочу попробовать, чтобы он бросил оружие. Мне кажется, надо в другой комнате. Иди сюда. И кричим. Видишь, все. Повязали. Все, понятно, слушай, ну неплохо тогда. Так, давай, вот давай, здесь... иди сюда, иди сюда. Опасно. Надо все время чекать. Так, да. Ого, вот здесь только так. Так, давай. Roger. Давай, ставь. Слушай, непростые миссии-то такие. Пошел сюда. Roger. Беру пушку. Все, пошел. Их двое! Все, они слушай, не хотели бросать. Слушай. Идет кто-то! Блин! Ах! Причем... Ложись. Вот это жесть, вот это он жесть. На шум, видать, вышел и... А, убил заложника, прикиньте. Мина! Заложника? Дефьюз! Йо, а что делать-то? И думай, какой цвет. Как думаешь? А может, надо номер какой-то набирать? Ага, чтобы оно бомбануло. Я думаю, красный, что... всегда режут красный. Сакс, да, все правильно. Сакс. Ну, это другое слово. Окей. Все получилось, Юля, молодец. Блин, только этого заложника звали. Да, заложника. Ну, слушай, тема вообще, еще и бомба появилась. Так, здесь только заложник. Открывай. Блин, дверь закрыта, приходится выбивать. Но мы сильно пошумели. Пошумим, блин. Мужик, давай, короче, спасайся отсюда. Так, давай, посмотри, иди быстрее, смотри. Мне кажется, сразу надо было флеху сюда бросать. Ага, пока я открою, здесь... А, нет, здесь слушай. Вообще, ага, вижу, ага, только есть. Преступник. Ну, здесь просто одна тема. Иди, отходи. Все, сразу же. Блин, слушай, туда. А он... Вот. Идет! Все, положил. Вот в тот слушай, раз он тоже они нас... как невидимки просто, это а ну жесть. Я же не вижу, где они тут шляются. А они нас, главное, видят. Все, снял. Так, давай еще сюда все-таки посмотрим. Туалет. Хорош. Видишь, не зря. Блин, открыл! Блин, я хотел подобрать, а не открыть. Фух. Все, ладно, буду действовать прям ну как и царь. Жесть. Давай, просто Мишка, как царь. Аккуратно. Все. Да как ты успел? Да блин! Козел ты вонючий. Ну, вот. Всё. А ты что, своего завалил? Ничего, это так, это мне приснился. Понятно. Страшный сон. Этого не было. Так, давай флешку. Здесь всегда есть. Флешку бросаем. Заложим. Пошел. Пойдем. Да ну, вот когда флешку бросили, никого... Да вы чё? Так, все. Ты видал, ты имеешь время, пока он взводит ствол, то есть будет ли он шмалять или нет? Вот это... Жесть. Флешку. Будем жестко действовать. Давай. Напарник, быстро. Пошел. Флешка. Хорош. Так. Не хочет поднимать всё. Ноги. А руки. Вон кокаин там был на столе, нет? Кокаином. Да, кстати, Юля, глаз алмаз. Все взяли. Так, давай. Вот здесь будет. Давай осмотрим, может чекнем, быть. Да. Давай. Работай. Нет, слушай, никого я пусто. Нет. А вдалеке? А может быть, вон там есть? Ага, а, заложник. Вот заложник. А, может быть, только в другой комнате, в туалете может кто-нибудь сидеть. Все, связал. В туалете может... Блин, здесь не могу нужно пройти. Нужно почему... аккуратно. Лишь бы только не привлекли. Здесь дверь закрыта. Ай. Слушай, странно, что... Мужик, иди-ка сюда. Нет, все, чисто. Вот все здесь чисто. Что-то может быть, я уверен. Да, давай. Бросай флешку. Ну быстрее, не, быстрее, он не хочет. Слушай. Слушай, почему? Может, дверь закрыта? Стой, погоди. Так, заложник. Заложник и пусто. Смотри вниз. А ага, вон там. Вижу еще одного. Ну здесь, кроме как флешка, нам ничего не поможет. Стой. Давай. А почему он не хочет ее бросать? Может быть, не... Слушай, он не хочет ее бросать. Блин, давай с этой стороны не пойдем. А, давай, да, давай стой, зайдем. Блин, я боюсь, что отсюда кто-то пойдет. Давай, иди сюда. Мужик, быстрее! Слушай, мне кажется, здесь в конце нужно будет прям какую-то огромную бомбу обезвредить. Возможно. Смотрим, опа. Ну тут, блин, так. Я боюсь, что снизу вот попрет. Вот сюда, наверное, флешка. Двое. Здесь не флешка, здесь вот этот. А что это? Как сказать, бомба? Бомбочку такую. Детонатор. Да, ставь детонатор. И смотри сюда.
Что вдруг откроет? Блин! Идет! Блин, завалили нашу. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Без, как сказать, не бывает. Ай, вокруг устроили. Миш, вот сейчас вот здесь. Ладно, идем. Аккуратно, вот здесь. Сюда. Вот здесь был чувак 100%. Ну, зря его... тогда бросили. Ну, ладно. Ну, как сказать, далеко улетел. Вот здесь еще, аккуратно. Блин, я один остался. Ну, детонатор. Мне кажется, капс, да, нам, а не детонатор. Слушай, давай. Красный? Красный, чё? Ерунда! Фак. А кто знал-то, кто знал? Короче, я предлагаю на этом закончить. Да. Самое главное мы показали. Если здесь потренироваться, я считаю, что и спокойно себя вести, можно пройти. Вот, но дальше, мне кажется, будет градус увеличиваться сложности. Короче, игрушки ставим круто. Да. Вот, ждем основную версию полную и поиграем обязательно в нее. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.